мы произведем распаковку вот такого вот чудоустройства. Это будет пока просто распаковка, все тесты и все, что будет с ним связано, будет гораздо позже. Это дополнительная память, то есть внешний жесткий диск HDD на 2 терабайта в компактной пластиковой упаковке. Здесь получается, чем он примечателен. Ну, не знаю, опять же, здесь на коробке нигде не написано, конечно, но, тем не менее, люди утверждают, что здесь используется память от компании Samsung. Итак, для того, чтобы им воспользоваться, нам нужно будет его вскрыть и, соответственно, проверить. Пока это просто вскрываем упаковку и внешне смотрим. Здесь есть две пломбы, одна и вторая с голограммой. Вот одна и вот вторая. Мы их разрезаем, то есть мы знаем теперь, что он не вскрывался. Внутри пластиковый стикер должен быть. Да, так и есть. Куча макулатуры разной. Итак, что же тут интересного? Ну, на русском вообще ничего нет. Единственное, что здесь показано, включите USB 2.0 и USB 3.0 поддерживает. Включите жесткий диск, включите компьютер. Так, русского я тут не вижу. Ну да, краткие характеристики его. В общем, ничего примечательного. Далее у нас там пластиковый рабочий, в котором запечатан диск и кабель. Кабель у нас специальный. Ну, правда, такого рода кабель можно найти и в Ашане купить запасной, если он вдруг вылетит. Опять же, синяя вставка показывает то, что USB 3.0 это. Здесь у нас обычный, не soft touch, даже обычный пластик на диске. Диск не использовался, чистенький. Такой, как бы пирамидками сделанный текстурный пластик. Ну и опять же включается сюда, включается в ноутбук либо же в компьютер. Заявлено производителем 2 терабайта. Это мы будем проверять в другом тесте. Здесь также есть еще наклеечка вот такая 3M, то есть можно отклеить все это дело и приклеить его, допустим, куда-то сюда. Скотч этот. Ну, это на первое время для того, чтобы делать вот такие вот манипуляции. Никакого дополнительного чехла к нему не идет. Поэтому вот это вот максимум, что мы можем сделать, дабы не потерять. Ну, чехол-то такое. Можно сделать из подручных материалов. Предполагается, что на нем будет лежать какой-то архив документов разной полезной информации. Для того, чтобы всегда был под рукой. Весит он мало, в районе 230 грамм. Вот, компактный, легкий и вполне таки транспортабельный, портативный. Ну, здесь можно еще проверить на оригинальность его, сравнив два штрих-кода с упаковки. И здесь написано, что он сделан
Китай, как обычно. Ну, в принципе, да, здесь все совпадает. По штрих-кодам, по номерам. Не знаю, будем тестить. А пока как-то так. Кому было полезно, ссылка на его приобретение будет в описании к этому видео. Обошелся он не очень дорого. Так что вперед. Ставим лайки, подписываемся на канал.